Добрый день! В эфире школьное телевидение Центра образования номер 1858. И мы находимся на уникальном для столичного образования мероприятии – дворянском собрании. Уже не первый год осенью воспитанники лицейских классов в стилизованных костюмах 19 века демонстрируют учащимся старших классов основы эстетического воспитания настоящих леди и джентльменов. Под Петербург, в Царское село, в лицей. Я сам повезу его туда. Это совершенно новое учебное заведение. Такого в России еще не было. Я готов, дядюшка. Мне наскучило дома. Книги все прочитаны, друзья разъехались, а мне так не хватает общения. Едем же скорее. В этом году дворянское собрание посвящено 215-летию Императорского царскосельского лицея. Я слыхала, душечки, что у лицеистов ранний подъем, затем повторение уроков, учебные занятия по 7 часов в день. Обязательные гимнастические упражнения. Летом – купание. Зимой – окрылить ноги железом, катание на коньках. А вот обратите внимание на их распорядок дня. Ребята подготовили тематические выступления. Танцы, чтение стихов, квест-игру о царскосельском лицее, дефиле 19 века. Дворянское собрание мне очень понравилось. Мы к нему очень долго и упорно готовились. Оно превзошло все мои ожидания, и мы безумно любим наш центр образования. На самом деле, я не ожидала, что это настолько трогательное событие. Обычно мы всегда со стороны наблюдали, не понимали, почему старшеклассники плачут. Но сейчас, побывав на этой сцене, я прекрасно понимаю, в чем дело вообще. Это нереально. И вот эти замечательные лицеисты, я не побоюсь сказать этого слова, потому что вы сегодня показали очень высокий уровень подготовки, и на ваших лицах, на ваших глазах видно, что вы действительно образованные люди, и наш центр может вами всецело гордиться. По такому поводу наш центр образования посетили многие московские школы. Спасибо огромное за сегодняшнее мероприятие. Мне очень понравилось. Я очень рада, что меня сегодня пригласили. И мне бы очень хотелось пожелать 11-классникам, которые принимали сегодня участие в этом мероприятии, огромного счастья, успехов и обязательно, чтобы все их мечты исполнились. Спасибо вам большое. Безумно понравились ваши лицеисты. Все делалось с душой, поэтому вот отдохнула душой на вашем мероприятии. Спасибо вам огромное. Все сценки и чувства, которые были у этих ребят, они просто замечательные. И я не зря приехала. Все было замечательно. Дворянское собрание в стиле центра образования. Ностальгия. Мы очень рады, что нас позвали, мы очень рады снова окунуться в эту атмосферу, атмосферу этого праздника, вообще снова побывать в школе. Как вы видите, все остались довольны дворянским собранием в Центре образования номер 1858. На этом у меня все. До новых встреч в эфире.